22 февраля 2022 года – уникальная зеркальная дата, или как ее еще называют, день шести двоек. Комбинация цифр 22-02-20-22 одинаково читается с обеих сторон. Подобные совпадения случаются очень редко. В этом тысячелетии всего 60 зеркальных дат. И 22 февраля 2022 года – одна из них. Нумерологи называют этот день волшебным и связывают дату с кармическими событиями, способными кардинально изменить судьбу человека. А вот что считают химчане. Да нет, чисто. Случайная вещь. Не верю. Просто числа и все. Ну, есть люди, конечно, которые в это верят и смысл в это вносят какой-то. Ну, я не верю. Верю в магию мысли. Если эта дата для тебя что-то в твоей голове значит, значит она значит. Если нет, значит это просто цифра, просто дата. Думаю, что это просто дата красивая. А вот для этой молодой пары 22 февраля не просто дата. Да, мы сегодня обручились. Да, так что можете нас поздравить, да. Верим в магию чисел, надеемся, что она принесет нам удачу и совместную прекрасную жизнь. По мнению нумерологов, двойка символизирует гармонию, любовь, дружбу, дипломатию. В этот день полезно налаживать отношения, восстанавливать прерванные связи и проводить время с близкими. Стоит составить планы на будущий месяц или даже на год вперед. Нельзя ссориться, конфликтовать, выяснять отношения. Именно в зеркальную дату слова, эмоции и поступки будут возвращаться бумерангом. Вселенная в этот день будет содействовать всем планам и намерениям.